сажаю. Такой вот у меня способ. Сейчас вот это вот мы все дело посадим, получается. Вот так вот это сажаем сюда. Ну, я экспериментатор, типа, можно так назвать, сказать. Это мы посадим вот сюда. Глубоко не будем. Так. Чуть-чуть. Чтобы мне потом запомнить. Чтобы мне запомнить, где что у меня растет, мне надо что-то сделать. Так, так, так. А что мне сделать? Ладно, сейчас мы это сделаем вот так вот дело. Эту штучку воткнем сюда. И вот эту штучку воткнем сюда. Потом это дело все польем. Так, а это мы дело закопаем сейчас. Вот оно у меня. Все это закапываем пока сюда. Все это закапывается сюда, бля. Я не знаю, по моим подсчетам должно это взойти где-то месяца через 2-3. А может даже и весной только взойдет. Сейчас вот это посмотрю, кость. Что-то какая-то она не очень. Надо другую выбрать. Побольше где корней. Вот это вроде побольше корней. Видно, тут корни все есть. Ладно, я тут вроде не садил ничего. Или садил, не помню что-то уже. Нет, я тут не садил ничего, значит мы сюда. Так, эту землю надо мне. Все это закапываем. Я тут особенная земля. Песочек. Земля. Да сейчас везде так песок и земля. Так, это я уже вырубил. Что это такое было? Что-то взрывают, что ли? Опять начинают взрывать, блядь. Ладно. Так. Это мы посадили. Осталось два. Ладно. Я вот эти два оставлю здесь. А как мне потом вскрыть-то их? Ладно, я потом найду их. Здесь вот посажу их также. Места пока сейчас нету. Не успеваю ничего делать. Надо засыпать это, засыпаем. Ладно, все нормально будет тут. Эти корни. Ну, это сюда можно. Подожди, надо найти его. Подожди. Так, где у меня сейчас? Перероем еще раз. Это я вам пример просто показывал, как я садить буду. Угу. Здесь у меня два старых, значит, два старых здесь, да, у меня я посадил. Давайте-ка мы лучше пересадим их. Не, ну все-таки, в принципе, этот сюда посадим. Этот сюда посадим. А это, ну вот они пускай рядом растут, вот так вот засыпем их чуть-чуть. Все, дождик пойдет, сам прольет все это дело. Так, здесь у нас ничего нету, да? Это надо как-то делать, вот так сделать, запомнить все это дело. Получается, раз, два, три. Три я посадил викторины. Ну и все, наверное. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал «Моя жизнь ТВ». Скоро увидимся.